Всем привет, народ! Всем привет, мои дорогие друзья! Я нахожусь возле немецкого посольства, но оно мне нифига не нужно. Короче, через 2 часа у меня начинается выступление в клубе. Я не помню, как он называется. Квартал 96, по-моему. Вот, короче, скоро буду выступать и покажу вам видео. Пока сижу, жду друзей. Вот так вот. Дальше будет мое выступление, короче. Смотрите. Кто-то нюхает кошку, а ты нюхаешь спины. Кто-то не окажется бесстыжный конопли. У каждого свой там веселый путь. Просто знание у правопотребления и про дух. Я буду курить, буду бульбить, взрывать себе платье, а потом его пропускать. Я буду курить, буду бульбить, взрывать, воспитать мусора меня не догнать. Я буду курить, буду бульбить, взрывать себе платье, а потом его пропускать. Я буду курить, буду бульбить, взрывать, воспитать мусора меня не догнать. Это, знаешь что? Я тебя уговаривал целый день. Хип-хоп. Это лучше. Хип-хоп продолжает жить. Это 87. Не. Еще. Я ухожу спать, блядь. Все. Где душок-то? Я блядь, всю жизнь хочу купить себе душок на рэперский. Каждый рэпер. Есть уже, да? Магазин у нас специально. Да, есть такое. Let's go. Если эти рифмы слышишь и поди, ты помнишь, что тебе плевать на мир. Если ты эти рифмы слышишь и поди, ты помнишь, что тебе плевать на мир. Если ты эти рифмы слышишь и поди, ты помнишь, что тебе плевать на мир. Если ты эти рифмы слышишь и почишь, ты помнишь, что тебе наплевать на мир. Йоу. Это Чипинкос. Чипинкос.